Здравствуйте, друзья! У нас посылочка. Посылочка вот такая живописная. На ней такие слова, непонятные аббревиатуры. ФПС. Значит, из какого-то она пришла. Ну, Почта России, я понимаю. А там, в общем, какие-то такие необычные вещи. Ростовский Кремль на этом вот. Я там бывал, кстати. Ростовский, Тульский Кремль. В Тульском не был. Ну, в общем, вот такие марочки у нас. Давайте посмотрим, что внутри. Вот, друзья, мы, значит, имеем инструментарий. Открывалку для посылок. Ой, господи, я даже не знаю, как подступиться-то, честно сказать. Боюсь повредить что-нибудь. Вот так вот Почта России, понимаешь, упаковывает, что просто так не откроешь. Ой, обмотали. Видите, я так по-мужски, силово. Открываю, понимаете. Так, давайте. Мы же еще и демонстрацию, понимаете. А так бы я просто порвал. Пожалуйста, открываем. Явно это не шапка. То есть я знаю, что нам обычно шапки дают. Но здесь книги. Тут какое-то письмо. Сейчас письмо будем читать. Так. Виктор Шендерович, изюм из булки. Два раза изюм из булки. Первая часть и вторая. Вот, Шендерович, изюм из булки. Да. Пожалуйста. Оно так переплетено. Шринкрэпт, по-нашему. По-простому. Так. А мы как раз Шендерович-то снимали, он тут концерт устраивал. Что, и все? А, письмо небольшое. Написано: надеюсь, вам понравится. С уважением, Фатхиев Фархат. Вот город Москва, пожалуйста. Ну что же, мы тогда Фархаду передаем привет, спасибо. Я не то что призываю всех присылать подарки из тех мест, где они живут. Вот. Но раз уже пришло, знаете, и как бы так... В тематике нашего канала, видите. Вот. Мы спасибо говорим. И придется читать. Так-то я, конечно, мог и здесь купить. Так, идите сюда. Друзья, у нас Людмила. Людмила, да. Вы будете... Ну, встаньте рядом. Вы будете... А пусть нам все завидуют с вами. А я еще... Да, вот. Вот, подождите, у меня еще есть вторая рука. Я сейчас одну руку освобожу. Подождите, вот так. А что мы делаем? Мы дразнимся. Вот, друзья, Людмила будет... Будете читать вот эту литературу? Шендеровича. Все, значит, всем офисом будем читать Шендеровича. И Анна, которая на камере, тоже прочтет. Анна. Обязательно. Все. Друзья, значит, передаем привет отправителю. Я еще раз вам показываю коробочку, раскоцанную, расхристанную. Вот. О, это из Москвы. Из Москвы. Класс. Друзья, у нас Людмила из Питера, поэтому если кто-то хочет из Питера, прямо на Людмилу. Все, счастливо.